Про футбол, дамы и господа, про национальную студенческую футбольную лигу, суперлигу имени Игоря Васильевича Гамулы. У нас сегодня последний тур, мы на стадионе «Арсенал» в Ростове-на-Дону. Все лето вам. Старт нашего матча команды вот-вот появится на поле. Мы с нетерпением ждем центрально-атакующих. Полузащитников Кирилл Юшко, третий, Роман Барабаш под седьмым номером. Повреждение, атака хорошая, передача, не было положения вне игры, можно забивать. И голкипер Валентин Манякин спасает свою команду. И сначала в мяч, потом в мяч. Все в мяч. Хороший момент, и это гол! Забивают футболисты ЮФУ, шикарно! Опять КФУ, Зарыбек, удар по воротам! Чуть выше. Мяч проходит, Эльдияр. В штрафной. Подача, момент, Рамазанова-то и упустили, нет, это бил поворотом Ярослав Юдин. Здесь, конечно же, и Бочаров, все пришли. Подача, момент, и 2-0! Это гол! Дамы и господа, с углового ЮФУ забивает второй мяч. Оборона, это контратака ЮФУ, передача на фланг, Волков, можно тащить мяч, Волков, передача, удар, Манякин, Валентин Манякин выручает свою команду, добро вперед, удар по воротам, левой ноги, момент для того, чтобы упасть, это фол, и мяч остается в КФУ. Ой-ой-ой, это грубо. Как же это грубо. Донсков, до свидания. О чем мы и говорили. Какой молодец. Все, ЮФУ побеждают 2-0. Вам большое спасибо за просмотр нашей трансляции. Увидимся и услышимся на матчах национальной футбольной лиги. Любите футбол, играйте в футбол и берегите себя. Всего доброго. До свидания.